На площадке Дворца спорта «Виктория» гандбольный бой. Его участники не согласны на проигрыш, а потому сражаются за каждый шаг, передачу и тем более гол. Наша съемочная группа понаблюдала за матчем команд из Бреста и Малориты. Всего же в областном центре на минувших выходных в рамках второго тура второго сезона детско-юношеской гандбольной лиги «Зубр Кап» на поле вышли представители пяти городов – Бреста, Малориты, Ляховичей, Щучина и Гродно. А будет ли поклонников больше? Безусловно, будет. Если мы больше будем мотивировать детей именно занятием гандболом, поклонников будет больше, безусловно. Это обыкновенная методика, грубо говоря, физвоспитания. Учитывая определенное сопровождение масс-медиа, опять же, праздник на каждом туре, очень внимательное отношение к этому, всегда будет иметь свое место и определенный результат. Детско-юношеская гандбольная лига – это в первую очередь игровая практика для поколения Next белорусского гандбола. Пройдет не так много времени, и, возможно, именно эти ребята займут места в ведущих командах и сборной. А пока им еще есть чему поучиться и куда расти. Зубр Кап – хорошая для этого площадка. Конечно, это большой шанс поиграть, набраться игрового опыта, познакомиться, много друзей новых найти. Я занимаюсь гандболом уже 3 года, и как-то тоже у папы появились абонементы на игры, пригласительные билеты, и как-то так начал ходить с ним, понравилось. Очень рад, что попал в состав, играем. Пока идем без поражений, все хорошо. После матча ребят ждал мастер-класс от тренеров и игроков БГК имени Мешкова. Лучшие представители команд турнира смогли пообщаться со старшими товарищами и выполнили комплекс упражнений под их чутким руководством. Эмоций и впечатлений у подростков, вероятнее всего, хватит надолго. Зубр Кап – хорошая лига. Мне интересно играть. Классная организация. Все время с новыми ощущениями приезжаю домой. Мастер-класс прошел отлично. Всегда хотел поиграть с взрослыми людьми, профессионалами. В будущем хочу играть за БГК. Эмоции зашкаливают. Я считаю, полезен, потому что позанимались после игры и встретили игроков БГК. Хорошо, в принципе. Мне понравилось. Для справки, детско-юношеская гандбольная лига «Зубр Кап» основана в феврале текущего года. Уже весной прошли игры первого, пусть и сокращенного сезона. Участвовало 16 команд. Второй стартовал в сентябре, в списке уже 44 команды. Они распределены по группам в соответствии с возрастом. Игры второго тура проводятся по территориальному принципу по всей стране. В следующие выходные детский гандбол будет принимать Слоним. Финиширует второй сезон в 2018 году в конце весны.